Шахзаде. Повелитель. Подойди, Хюрем. Что с тобой, Хюрем? Рассказывай. Махидевран, почему здесь Сулейман? Что это за вопрос? Почему не уезжает? Мустафа вырос. Когда он в Санджак поедет? Скажи мне прямо, в чем дело? Она же должна была заниматься только делами гарема, а не моими детьми и не мной. Не рассказывай мне этого, Хюрем. Не ты ли говорила, что будешь поступать, как знаешь? Ты вольна делать все, что угодно. Действуй, как пожелаешь, если с последствиями смириться готова. Это и Махидевран касается. Я тебя обременяю мелочами. Прости меня. Тебе и так тяжело. Может, выйдем в сад, пройдемся, покатаемся? Повелитель. Говори. Искендер Челеби просит вашей аудиенции. Говорит по важному делу. Пусть войдет. Можешь идти, в другой раз погуляем. Эсма. Слушаю, госпожа. От Гюляги по-прежнему нет вестей? Никто ничего не говорил, госпожа. Но девушки не уезжают, все остались. Его точно вышвырнут из дворца. Надо этому помешать. Ибрагим Паша вернулся, госпожа. Теперь он будет препятствовать желанию Шахзаде отправиться в Санджак. Думаю, не будет. Он же сам этого хочет. А когда Мустафа Санджакбеем станет, он еще на шаг к трону приблизится. Ну, раз так, то почему мы... Оставим. Пусть едет. Он станет соперником государю. И ошибки, которые он совершит, могут стоить ему жизни. И потом, Махидевран я больше покоряться не могу. Он должен уехать. Вы правы. Она не дает нам вздохнуть. Жалование не выплачивается. Все девушки беспокоятся. Одни лишь огромные траты. Ненужное мотовство. Меха, шелка, всякие украшения. А в хранилище гарема гниют и выбрасываются целые мешки с запасами. Сколько мы будем еще молчать, госпожа? Нужно ждать. Она сама себе конец готовит. Госпожа. Искендер Челеби, мы давно не виделись с вами. Неужели вы забыли данное мне слово? Вы собирались помочь мне отослать Шахзаде Мустафу в Санджак? Как можно, госпожа? Я держу свое слово. Я много раз говорил с повелителем и убедил его. Однако он ждал приезда Ибрагима Паши. И поскольку он уже приехал, очень скоро все решится. Махидевран Султан тоже уедет? Обычай предписывает это. Ибрагим может все дело испортить. Как известно, Махидевран намерен остаться. Это невозможно.